Так, здравствуйте. В этом видеообзоре покажу вам жилой комплекс «Паруса», застройщик «Северная компания», Рязань, Солочинское шоссе. Вот ориентир, выезд на Северную окружную, вот это, на развязку. Туда дорога пошла в Солочу. Там мост, смотрите, как природа, красиво. А в эту сторону, если поедете, ну тут два перекрестка, наверное, перекресток Грибоедова и Есенина. В принципе, центр города. Что вокруг тут у нас с этим домом? Во-первых, обещают в ближайшее время сдать вот этот вот детский сад рядышком. Вот если у вас дети, пожалуйста, вопрос с этим, с детьми, куда их водить, вот решено. Тут все в шаговой доступности. Плюс внизу тут у нас бассейн. Если любите поплавать, то смелости просим. Напротив, сейчас вам покажу. Это торговый центр «Круиз», соответственно, «Лента», покушать. Все тут, как бы, опять же, в шаговой доступности, можно на машине даже не выезжать. Ну, кто любит булки всякие, чуть подальше, там «Макдональдс». Ну, и, соответственно, просто я сейчас нахожусь в соседнем доме. Получается, показать вам сейчас непосредственно «Паруса» с другого ракурса. Солнце как раз падает, вот классно. Что можно сказать про жилой комплекс? Перед нами, кто не знает, вот с левой стороны вот такой вот беленький, это уже сданная очередь жилого комплекса «Паруса». То есть люди тут заселились, живут. Это у нас перед вами строится вторая очередь жилого комплекса «Паруса». Квартиры здесь в наличии есть, особенно сейчас вот на верхних этажах. Сейчас на 32-м этаже покажу вам такие. Тут вот квартиры интересные, с трехметровыми потолками, на самом, можно сказать, верхотуре. Кто любит смотреть на город свысока, а вид, смотрите, какой здесь классный. Это я еще здесь на 26-м этаже, а там будет 32-й, там вообще будет вид обалденный. Пожалуйста, милости просим, здесь есть двушки, двухкомнатные квартиры, блин, трешки, не помню, по-моему, есть. Ну ладно, обращайтесь, лучше. Так, внизу вот забиты сваи, это здесь будет строительство третьей очереди жилого комплекса «Паруса». Тут квартир, конечно же, полно планировки, вот тут очень интересно. Если будет как бы надобность, тоже вас посвящу в планировке, в цены. То есть, ну, в принципе, вот основной проект сейчас вот с внешней стороны. Ну, в принципе, они будут одинаковые по фасаду, как и первые. То есть, все будет в одной цветовой гамме, я так думаю. Ну, вот, в принципе, разумно. И вот так вот классно все будет вокруг видно с окон жилого комплекса «Паруса». Так. Видно тут также Рязанский Кремль. Сейчас вам приближу. Вот это достопримечательность Рязани. Как раз тут рядышком, соответственно, офис застройщика «Северная компания». В красоте будете ходить, как бы оформляться. Посмотрите. Ну и, в принципе, наверное, все. И подытожим. Застройщик «Северная компания», ну, продает квартиры в жилом комплексе «Паруса». Нужна будет информация по планировкам, ценам. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Также WhatsApp, Viber к телефону. Я вас ознакомлю с планировками, ценами, вариантами покупок. Ипотечные менеджеры банков сидят в офисе. Можно, соответственно, прийти выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку непосредственно в одном месте. Куча всяких программ, акций. Так что будет нужно, обращайтесь. Будем покупать непосредственно от застройщика напрямую, без каких-либо комиссий, вознаграждений и тому подобного. Ну все, до свидания.